Работающие пенсионеры в России с 12 августа смогут получать новые выплаты. Речь идет о компенсации при увольнении. Даже если пенсионер отработал меньше месяца, он сможет получить один месячный оклад, сообщает Федеральное агентство новостей. Отметим, что трудовое законодательство устанавливает минимальный размер выплаты в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей. Но это не все. Помимо этого, пенсионер при увольнении должен получить выходное пособие в размере минимум двух МРОТ. Это порядка 24 260 рублей. Таким образом, работодатель при увольнении должен получить почти 36 500 рублей. Это минимальная сумма пособия. Чтобы получить эти деньги, пенсионеру нужно в течение 15 дней с момента увольнения подать соответствующее заявление бывшему работодателю. Как сообщалось ранее, в конце июня этого года пенсионерам, которые официально трудоустроены либо получили до начала лета этого года статус самозанятых, была начислена сумма в размере одного МРОТ для погашения долгов перед налоговой. В случае, если налоговый капитал не будет потрачен в этом году, остатком на счете можно будет воспользоваться в следующем.